Утро после мигрени, когда очень хочется что-то сладкое пить и просто хочется наслаждаться тем, что ты здоров. Сегодня у меня даже созрел пост, который хотела написать на личную страницу. Он очень личный, эмоциональный. Я надеюсь, вы его уже прочитали, это про мигрень. Даже нет, это не про мигрень, а о том, что нужно ценить. Так что, если вы еще не прочли, посмотрите на моем инстаграме, ссылка под этим видео, и поддержите лайком, будет очень приятно. Ох, отходники. Ай. Так что как-то так. Ребят, мы тут все еще валяемся и говорим с Игорем о важности брать выходные. Как важно все-таки перезагружаться и отдыхать. Он, кстати, тут обои, щель. Чуть-чуть трещинка. Вот, в общем, как важно брать выходные, отдыхать, перезагружаться и так далее. Блин, солнце светит в очки прям. В общем, мы валяемся и болтаем. Я испытываю еще отходники от мигрени. Вот, будем скоро вставать. Делать дела, блин, да что же блики очков, а? Делать дела, наша традиционная суббота с мини-уборкой. Вот, еще нам сегодня надо за покупками. Мы вчера обломались. Так и ничего я не купила, то, что нужно было. Так что, Игорь тоже что-то отходит от сна. Вам хорошего дня. Почитайте посты. Думаю, вам понравится. Настя тоже дала обратную связь, что ей очень понравилось. И я писала реально в каком-то своем ресурсном состоянии. Вот. Так что всем хорошего дня. Хватит тут сидеть и это громыхать. Так что всем хорошего дня. Я еще хочу принять душ, помыть голову. Мне нравится... Прическа после кудряшек такая прикольная, но голова уже грязная. Чё у меня хриплый голос? Уж к родителям, блин, очень люблю, кстати, по выходным вот так купаться не спеша. Ну вот, так что пришла мыть голову, чтобы взбодриться. Который мама принесла. Короче, кушаю салатик. Мама вчера принесла. Игорь капусту потушил, и мама там что-то делала. Короче, они вчера кушали. А я нет, мне было плохо, поэтому я сегодня ем. Сегодня это очень вкусно. А сегодня Игорь валяется, у него что-то опять поджелудочная заболела. А чё? А чё, пищевод? Изжога типа, да? Короче, он не знает, что у него. В общем, всем приятного, кто кушает. Тут Саша Таня на фоне. О, кстати, включи дылды. Фильм называется «Привидение». Каждый день он называется. У него два имени. Короче, про девочку, про парня там. Ну, короче, интересно. Нам понравился, сейчас будем досматривать. Когда уезжали из города, я забыла там... Ну, я некоторые магниты не забирала, и вот это тоже забыла. Настя мне его подарила, так что, Настя, я его забрала этот раз, когда мы были в городе. Так что он на месте. Теперь висит вот здесь вот, среди наших магнитов. А я тем временем уже помыла посудку, перемыла всё, разобрала, Игорь чашку выльет. Сковородки перемыла, все столы вытерла. Мы тут варим горох. Две кастрюли, потому что у нас большая семья. В одну не помещается. Пока он на печке томится, потом уже нормально будем варить. Вот, кстати, новое мыло купила до этого. Очень нравится запах. Опять от Милана, от компании Грасс. Очень нравится продукция. Вот, короче, чистенькая. Я уже привожу себя в порядок. Делаю макияжик. Вот, в магазин собираюсь, короче. Игорь себя сегодня не очень чувствует, да, Зай? Не фокусируется на тебе. Ты себя не очень чувствуешь? Поэтому он сегодня будет целый день дома, а я тут вот красить закончила, сейчас все убираю. Ты знаешь, я плохая, иначе невозможно. Не выжила бы святая в запутанном мире сложном, где всем одни запреты на сигареты и нет ответа. Я тебе открою силу притяжения. Повторяй со мной быстрые движения. И где-то между небом и землей мы падаем, падаем с тобой. Я собралась, сейчас пойду в центр. Одна. Игорь себя не очень себя чувствует, а мне надо в магазин. Так что... Короче, я вышла, иду, у меня почему-то видео не снимается. Итак, тест 3. В общем, я снимаю видео, и оно сбивается.
Возможно, из-за того, что у меня на флешке закончилась память. Я сейчас перевела съемку на телефон. Все, вроде нормально. Иду в магазин, люблю гулять одна, хочу уйти с музыкой. Иду в магазин, куплю продукты, а обратно меня заберет папа. Я ему позвоню, когда буду готова. Вот так. Короче, я вышла уже из Радежа. Мы хотим в воскресенье сделать, то есть завтра, сделать гамбургеры. До этого сколько в Радеже были, всегда там лежали такие прикольные булочки на гамбургеры. Когда мне надо, их сразу нет. Злюсь. Бесит. Затяните зато мой макияж. Короче, меня это очень сильно злит. Потому что как только ты что-то хочешь, сразу этого нет. Буду искать булочки по другим магазинам. Покупочки в Магните. Но они были такие от самой продукции Радеж. Видно, что вкусные. Да, они были не дешевые, но видно было, что они большие, такие вкусные, с кунжутом. Блин, ну ладно, буду искать другие. Я так просто не сдамся. Я уже гамбургеры настроила завтра делать. Булочки я нашла, не те самые, но все же нашла. Сейчас буду покупать все остальное. Давайте со мной будете шопиться сразу, чтобы потом не снимать разборку. Я вообще достаточно редко хожу в магазин одна. Буду ходить не спеша, я уже устала что-то. В общем, мне нужно докупить фарш, у меня есть, но я хочу докупить. Вот есть деревенский за 100 рублей, черкизово. Ой, как тяжело. Сейчас посмотрим, не старый, нормальный. Берем его. Берем гречку, она еще и по акции. Наверное, возьмем две. Хочу бананы, но и там остатки хочу вытащить. Как мне их достать? А, они просто достаются в очки. Нам нужны бананы, мы будем делать торт. И еще я хочу просто кушать их. Сейчас, наверное, еще возьму. Достала. Банановое царство. Короче, за мной уже приехал папа, поэтому буду спешить. Короче, что я тут взяла? Морковку, помидоры и огурцы. Я это фасовала, поэтому не снимала. Мне нужна соль. Я возьму, наверное, две пачки. Сахар мне вроде не нужен. Соль нужна. Так, соль. Так, еще я сюда положила корм, жидкий корм и соус для бургера. Так, я взяла яйца, салат и сыр для гамбургеров. Все, мы едем уже с папой домой, он меня забрал. Да, я на камеру, что я меня забрал домой. И не надо сумки тащить. Плюсы машины. Че? Не хочу влог сниматься. Я уже дома, захочешь. И ты скучал по мне? Угу. Ждал меня? А то. Как? Сильно. А что ты не смотришь в камеру? Я уже дома. И все-таки хорошо ходить одной, когда тебя никто не торопит. Спокойненько. И то немножко в конце, конечно, рано. Папа приехал, так бы я бы еще дольше снимала и дольше бы гуляла бы. Купила все строго по списку, ничего лишнего, кроме одной упаковки M&M's. Вчера они смотрели фильм... Какой-то дебильный затерянный мир. Вот, и там кто-то из героев ел пончики и внутри M&M's. И я представила, то, что хотела. Вот сегодня будем M&M's есть, наверное, с мамой, когда будем холостяка смотреть. Вот я устала, теперь выходные буду отдыхаться. Я посмотрела танцы, Игорь там храпит. Сегодня мы целый день что-то вещаем с кровати. Вот, и хочу, может, пойти к маме, она там готовит котлетки. Мы будем готовить гороховое пюре с котлетами. Будет очень вкусно. Нам так столовую в школе давали. Так что я спать не хочу. Танцы посмотрела, отдохнула, полежала. Сейчас пойду какие-нибудь дела поделаю. Не могу я без дел. Сделала себе такой высокий хвост прикольный. Ну, то есть тут собранный волос вверху, а тут нет. Смотрите, как он. По-моему, мило. К маме пришла. Посмотри, что он делает. Лезь. Привет. Привет. О, как у тебя пахнет. Котлетки мама жарит.
Я пришла на запах. Просто закат. Очень красивый закат. Видно солнце. Мы собрались идти на прогулку на вечернюю. Игорь сегодня не гулял, очень хочет. Вот, и Умку с собой возьмет. Как-то так. А потом придем, надо будет уже доготавливать гороховое пюре. Вот. Я уйду, а то Умка сейчас будет гавкать. Вот, доготавливать. Мама уже котлеты жарит, даже на улице им пахнет. Она окно открыла. Прям запах. Я сижу, как всегда жду Игоря, он всегда дольше собирается. Но загвоздка в том, что я попросила его за расческу вернуться. Для меня же. Короче, кайфует от высокого хвоста и не лезет, и распущенный, и длинный волос. А, класс. Наконец-таки весна, и я делаю вот эти свои туфли. Мне они очень нравятся. Они очень стильно смотрятся. Не знаю, меня прикалывают. Они и с платьем хорошо, и вот с джинсами вообще супер. Так что класс. Конечно, свои кожанки я тоже не могу не нарадоваться. Мне она очень нравится. Она удобная, легкая, модная. Не такая, как обычно для полных предлагают какой-то колхоз до колен. Прям супер. Мне она очень нравится. Такая удобная, уютная. Видите, как она классно сидит? Она и на талии. Ну, я тут кофту опустила, вот видите, сильно. А так вообще и на талии замок, и делается и вот так. И чуть расстегнутый можно носить, и кармашки есть. Ну, короче, супер. Мне очень нравится. Мы гуляем. Умка! Умка! Красивое опять небо такое. Ой, иди нафиг. Красивое небо такое опять. Пусть горит моя душа, хочу, чтоб до утра, а может даже дольше, а может навсегда. Горит моя душа, ни ночи нет, ни дня, а может даже дольше, а может навсегда. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, а может даже дольше. Ла-ла-ла-ла-ла, навсегда. Горит моя душа, ни ночи, ни дня, а может даже дольше, может навсегда. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, а может даже Умка! Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Появилась бешеная белка. Смотрите. С ним давно не игрался никто. Ленивая белка. Ай-ой, агрессивная. Дикая белка. Дикая белка. Кс-кс. Сейчас телек свалит, не надо. Зато я снимаю. Хороший мальчик. Тихо. Все, поймал. Зуб вырвал. Подожди. Мы пришли к маме на ужин. Смотрите, у нас сегодня очень обычный ужин. Я первый раз готовила гороховое пюре. И мама нажарила котлетку. У нее самые лучшие котлеты в мире. Вот. Так что мы кушать. Папе тоже. По одной пока. Остальные я себе заберу. Так что такое у нас необычное блюдо. Еще мы кушаем это с огурчиками. У нас два вида: сладкий и соленый. Так что всем тоже приятного аппетита. Еще я, кстати, обожгла палец, когда несла кастрюлю. Посмотрите, какая красота. Я так и осталась у родителей. Мы с мамой сериал посмотрели, серию. А сейчас у нас холостяк. Наша мини-традиция по субботам. А еще, кстати, у нас здесь вкусняшки. Ммм,